Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в четверг в 6:30 утра на трассе Иваново-Родники. Водитель, ехавший в направлении областного центра на «Жигулях» 10-й модели, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью», двигавшейся ему навстречу. От удара «Жигули» смяло. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Так как движение на этом участке в утренние часы оживленное, участниками ДТП стали еще 5 машин, водители которых не успели сориентироваться. «Газель» в результате столкновения также вынесла на полосу встречного движения, и в нее врезался автомобиль ВАЗ 10-й модели, который ехал из Родников в Иваново. Затем в образовавшийся затор из машин въехала «Лада Самара». Следовавший в это время по дороге на иномарке водитель, чтобы избежать столкновения, принял решение выехать с дорожного полотна и оказался в кювете. Затем, в результате экстренного торможения, участниками аварии стали еще 2 легковые машины. Эти участники дорожного происшествия серьезных травм не получили. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причинами происшествия, по мнению правоохранителей, могут быть погодные условия, скользкое дорожное покрытие, а также нарушение водителем «Жигулей» правил эксплуатации автомобиля. На задних колесах машины была установлена летняя резина.